Давайте мы с вами рассмотрим форум молитвенная комната. Форум молитвенная комната. Нажимаем на ссылочку и переходим на эту страницу. Для того, чтобы добавить вашу молитвенную нужду, нажимаем на кнопку «Добавить тему для обсуждения». Далее мы с вами видим два текстовых поля. В первом текстовом поле пишем «За мою работу». То есть я прошу молиться за мою работу. Коротко об этой нужде. А здесь мы пишем подробно о своей нужде. Братья и сестры. Так, исправляем ошибочки. Братья и сестры у меня на работе подробно описали вашу проблему. Попросили молиться. Далее нажимаем «Отправить форум». Все, ваше сообщение успешно сохранено. Все, мы видим. Наша молитвенная нужда теперь уже есть в форуме. Нажав на которую, вы можете посмотреть. Также мы с вами видим здесь в углу такой панель инструментов, как «Редактировать», «Удалить» и «Ответить». Чтобы редактировать, нажимаете «Редактировать». Поменяли текст, если вы вдруг допустили какие-то неточности или ошибки. Опять «Сохранили». Все, ваше сообщение успешно изменили. Так, братья и сестры, у меня на работе то-то и то-то. Все, если оно уже не актуально, заходим, удаляем. Продолжить. Все, наша молитвенная нужда уже удалена. Давайте с вами перейдем на главную страницу.